Доброе утро, друзья! Приглашаю вас на утреннюю прогулку. Все места, которые обычно переполнены людьми, ранним утром тихие и безлюдные. Утренний Рим прекрасен, на улицах мало машин и людей, город медленно-медленно просыпается. Местные жители везут детей в школу, детские сады и даже лицеи, а сами едут на работу. А туристы в это время еще спят. Но в это время можно спокойно гулять по Риму и разглядывать все детали вокруг, наслаждаясь спокойствием и тишиной. Ведь через пару часов вокруг будет шум и толпы туристов, из-за которых невозможно ничего увидеть и рассмотреть. Я люблю гулять утром по вечному городу и бывать наедине с самыми популярными достопримечательностями Рима. Сейчас 7:30. И если вы не хотите делить этот город ни с кем, просыпайтесь пораньше и гуляйте. В такой тишине и уединении вас никто не будет отвлекать от рассматривания всего, что попадется у вас на пути. Ну а если вы пройдете по этим же местам в полдень или вечером, то почувствуете большую разницу. Просыпайтесь пораньше и побудьте наедине с вечным городом, и он расскажет вам свою историю жизни. Прогуливаясь по современной асфальтированной дороге, здесь, в центре Рима, у вас будет возможность представить, какая была дорога в античные времена. Поэтому я всегда говорю, что для прогулок по Риму нужна очень удобная обувь. Мамертинская тюрьма – это старейшая тюрьма, история которой уходит в глубокую древность. В эту тюрьму императором Нероном были брошены апостолы Павел и Петр. До конца IV века это была тюрьма, потом стала местом паломничества, над которым в XVI веке была построена церковь, которая сейчас возвышается над подземной тюрьмой. Сегодня Мамертинская тюрьма – это музей и открыта для посещения. Возле Мамертинской тюрьмы открываются прекрасные виды на Римский форум. И здесь же можно рассмотреть в деталях триумфальную арку Септимия Севера, которая была построена в 205 году нашей эры в честь победы императора. Конечно, нужно было остановиться, показать и рассказать вам о ней. Но сегодня я не просто гуляю по Риму. У меня в назначенное время посещение подземного Рима. А из-за того, что в Риме закрыты 3 остановки метро, мне пришлось идти пешком. И по пути решила снять вам утренний Рим. Так что не судите строго. Давайте поднимемся по лестнице. На ней есть 3 смотровые площадки, с которых открывается великолепный вид на Римский форум. Церковь, под которой находится Мамертинская тюрьма, но уже с другой стороны. А посмотрите, какая лавочка здесь. Поднявшись по лестнице, пройдя все уровни смотровых площадок, вы попадете на Капитолийский холм. Перед вами площадь, над которой работал Микеланджело в XVI веке. Но то, что мы видим сейчас, окончательный вид, задуманный Микеланджело, площадь приняла только в 1940 году. Утром Рим убирают, чистят и готовят к новому дню. Именно утром, когда нет толп туристов, шума машин, когда поют птицы и Рим только просыпается, в эти часы вечный город может быть только вашим. Я не советую, я рекомендую гулять и знакомиться с Римом именно утром. Только утром можно увидеть площадь Венеции такой пустынной.
фонтанчик Ильфакино XVI века, мужчина, который набирал в бочку воду в реке Тибр и продавал ее местным жителям, находится на Виа Лата недалеко от площади Венеция. Галерея Памфили, Римский колледж, и рядом с колледжем есть маленькая Виа делла Гатта, кошачья улица. Она проходит параллельно Виа дель Корсо. Эта улица знаменита мраморной статуей кошки, расположенной на карнизе дома. Статую поставили в память кошки, которая спасла от падения ребенка, начав громко мяукать, когда ребенок вылез на карниз дома. Небольшая площадь и вид на колледж с Виа делла Гатта. Прогуливаясь по узким улочкам Рима, можно встретить вот такую огромную мраморную ногу. Я дошла до площади Минервы. В центре площади стоит слоник работы Бернини с еще одним обелиском. Помните, в одном из видео я рассказывала вам, что в Риме 13 обелисков. Здесь же открывается прекрасный вид на Пантеон, храм всех богов. И здесь же на площади находится церковь Санта-Мария Сопра Минерва. Это расписание работы церкви. Если вы любитель посмотреть на Рим с высоты, то в этой гостинице на крыше находится бар, куда может пройти каждый желающий. Достаточно при входе в гостиницу сказать, что вы хотите выпить аперитив или кофе. Особенно красивый вид на Пантеон открывается на закате. Давайте обойдем Пантеон со всех сторон и полюбуемся храмом, который был построен в 126 году нашей эры. А это все, что осталось от украшения храма с этой стороны. Если вы будете гулять по Риму утром, то можете увидеть, как готовят Пантеон к открытию. И здесь все убирают и чистят. А вечером на площади картина уже плачевная, с кучей мусора. Шестнадцать огромных колонн поддерживают портик Пантеона. А на площади Ротонда перед Пантеоном находится фонтан. Он был разработан известным архитектором Джакомо делла Порта в конце XVI века. Потом в начале XVIII его переделали при правлении папы Климента XI и поставили обелиск. И, конечно же, фонтан украсили символикой папы, при котором проводились работы. На этой площади, как и на большинстве других площадях Рима того времени, располагался рынок.
Здесь торговали фруктами, овощами, мясом, рыбой, а фонтан использовали для хранения рыбы и скоропортящих продуктов. Торговые палатки заполняли всю площадь и доходили прямо до колонн портика Пантеона. И только в середине XIX века отсюда постепенно стали исчезать палатки, так как за торговлю здесь стали пугать большими штрафами. Вы заметили, что площадь не совсем ровная? С этой стороны фонтана 2 ступеньки, а со стороны Пантеона их 5. Не могу пройти мимо этих витрин. Хоть вы и говорите, что устали от еды, но все-таки покажу вам этот гастрономический рай. Этот магазинчик находится недалеко от Пантеона. Ассортимент в магазине просто шикарный. А если вы заглянете внутрь магазина, то вам покажется, что вы попали в музей. Полы, лавочки и стены – все из серого мрамора. Мясо, купленное в этом магазине, считается самым вкусным. Недаром этот магазин славится за пределами Италии. По соседству в баре я выпила кофе, а это витрины, которые украшены к Пасхе. Был открыт и зал. В него я тоже заглянула. Посмотрите, какой красивый зал для обеда. Сегодня я пришла сюда, чтобы спуститься под землю вот этого здания. Сейчас я нахожусь на площади Капраника, которая получила свое название от здания, построенного здесь в 1450 году кардиналом Доминико Капраника для размещения колледжа по обучению церковному искусству. После его смерти его брат сделал это здание своей резиденцией. Ну а я пришла сюда на площадь для того, чтобы спуститься в подземный Рим. Я с группой Фай, одна из первых посетителей, спущусь посмотреть, что же было найдено под этой площадью при реставрационных работах здания. Фотографировать и снимать было строго запрещено, а мне так хотелось вам показать. При реставрационных работах здания в подвалах в 2005 году нашли огромную колонну. Продолжили раскопки и выяснилось, что 5 метров под землей, ниже уровня нынешней улицы, находится храм Матидии. Этот храм император Адриан построил для своей тещи. Долгие реставрационные работы освободили от заточения 6 мраморных колонн храма, лестницу и стены. Одна из колонн очень широкая, ее диаметр 1,70 м, а высота ее была не менее 17 метров. Так вот, колонна такая широкая и высокая, что даже выходит на улицу, по которой гуляют туристы, но вряд ли кто задумывается, что это. Ну а вы теперь знаете, что это остатки храма тещи императора Адриана. Сейчас некоторые колонны в здании покрыты стеклом, а к некоторым можно приблизиться и даже рассмотреть слой земли между ними. Один мужчина из группы даже рассмотрел последствия пожара. Рим постепенно просыпается. Сейчас 9:30. Площадь у Пантеона стала оживленной. И у слоника Бернини туристы. Уверена, что кто-то из них хочет подергать слоника за хвост на удачу. Ну а я побежала дальше. И здесь, вот вам, пожалуйста, соединение веков. Интересно, что же находится под этими зданиями на глубине 5-6 метров? После прогулки мне надо вернуться домой,
А из-за того, что 3 остановки метро закрыты, мне придется делать большой круг. Но я не хочу ехать на автобусе или трамвае, я лучше пешком. Быстренько пробегу через еврейское гетто и к Чирко Массимо. Иду быстро, и когда останавливаюсь, начинаю снимать, камера дышит вместе со мной. Уж простите меня. Фонтан черепах на площади Матеи, а многие здесь вспоминают стихи Иосифа Бродского. Таверни, ресторанчики и артишоки. В квартале гетто блюда из артишоков вы найдете в каждом меню. Еще утро, но ближе к обеду народу здесь будет больше. И вам советую обязательно прогуляться и пообедать в этом квартале. Портик Октавии, а справа находится старший брат Колизея, театр Марцелла. Синагога. Ну а здесь, если вы перейдете дорогу, то сразу же попадете на остров Тиберина. А я продолжаю свой путь в сторону Чирко Массимо. День рождения города обычно проходит на Чирко Массимо. В этом году интересные мероприятия начнут проходить уже с 19 апреля. Ну вот, я практически и добралась до дому. Это метро Чи. Совсем скоро наступит католическая Пасха. Шоколадный колокол. Весенние шоколадные букетики. И разнообразные шоколадные яйца.
А из выпечки готовят или продают в магазине сладкий пирог, который называется коломба. В тесто добавляют цукаты, а сверху обильно украшают глазурью и миндалем. Коломба – это в переводе «голубка». На Пасху еще я обязательно готовлю артишоки с бараньими потрошками. Очень вкусно. И еще, дорогие мои, для вас несколько минут весеннего Рима, для настроения. А я на этом буду прощаться с вами. До новых видео, друзья! И благодарю вас за лайки!